Друзья, всем привет! Меня зовут Дорохова Дарья, и я преподаватель Вайнстейт Санкт-Петербург. Сегодня мы поговорим про Тоскану, один из самых известных винодельческих регионов Европы. Свою популярность она приобрела за счет вин на основе сорта винограда Санджавезе, таких как Кьянти, Брунелло ди Монтальчино и Вино Нобили ди Монтепульчано. Но мало кто знает, что есть еще прибрежная зона, которая 11 лет носила статус IGT и только в 2011 году добилась получения Марема DOC. В рамках этого апелласьона в основном работают с моносортовыми винами из таких сортов, как Аликанте Буше, Сира и Санджавезе. Но и ассамбляжные вина также производят Марема Бьянка и Марема Росса. Также рядом с Маремой находится маленький регион, который подарил нам великое вино – Сосекаю. И имя этого региона – Болгери. Там предпочитают работать с бордосским блендом. Это Каберне Савиньон, Мерло и Каберне Франк. Еще есть небольшой апелласьон Морелина Дисконсано. Здесь также делают вина на основе сорта Санджавезе, как и во многих других уголках Италии. Получаются довольно легкие ягодные образцы. Если вы услышите название Монтекука, не пугайтесь, это там же, в прибрежной зоне Тосканы. Работают в основном с Санджавезе, но на непривычных для Тосканы высотах – 550 метров над уровнем моря. Также находятся смельчаки, которые работают с другими европейскими сортами винограда, например, с Пино Нуаром. Больше нового о стилях и сортах винограда вы узнаете на лекции «Виноделие Италии» в Вайнстейт.